еще зашли. Супы, смотрите, заварные. Вот они, наш бренд Nissin. 4,25. Вот одна коробочка. 4,25 это чуть меньше доллара. А, да, 3,65 это больше доллара. Вот эта вот баночка больше доллара стоит. Вообще нереально. Конкретные цены. И все здесь еще больше. Даже 8 долларов есть, пожалуйста. 8 долларов, 8 дирхамов, извините. Очень дорого. Дирхам к доллару 3,65. Вот можно примерно посчитать цену. 5 долларов 500 грамм макароны. 500 граммовая пачка 5 долларов. У нас 99 центов. Полкилограмма, да, фунт, это значит 2 доллара у нас стоит килограмм. Вот, в 2,5 цены. Вот она, пожалуйста, итальянская. Тоже у нас этот бренд есть. Вот она, Барилла, я говорю, вот эти я видел макароны, вот эти Барилла. То есть, ребят, цены фантастика. Да, ребят, зашли в магазинчик продуктовый здесь в Дубае, рядом с гостиницей. Посмотреть цены у них. Цены космические вообще. Вообще космические. Нереальные. Вот сок наш. Смотрите, Florida Natural. 28,50, это, ну, мы посчитали на дирхамы, 8,50 примерно стоит в долларах. Молоко, вот молоко, 2 литра, 12,50, low-fat, 14 дирхам, это, ну, грубо говоря, опять на 4, на 3, то это получается... Около 5 долларов стоит 2 литра. Короче, цены фантастика. Гигантские. Актива. Одна штучка стоит 2 доллара. Вот одна, не 4, а одна. Вот это вот 2 доллара. 2 дирхама. Это получается 50 центов. Да, наверное. Но это еще более-менее. А так, цены колоссальные. Вообще нереально. Яйца, доза. Опять 14,50 делим на 4. Дорого. Вообще класс. Выбор как бы продуктов неплохой. Но очень дорого, все очень дорого.